Есть. Огромное спасибо вашей фирме за то, что помогли вывести маму. Обратились и буквально в течение сутки прошли, это самое как бы быстро. Сделали все и привезли на месте оперативно, быстро и гораздо дешевле получается, чем многие другие. А откуда, скажите? Луганск, папа Шевченко. Хорошо, то есть вы, у вас нам только позитив, да? Конечно, только позитив. Да. Нам тоже очень приятно. Все, спасибо большое. Ну и еще пару слов. Спасибо за допомогу. Дай вам Бог здоровья, терпения. И как Ваня, сын, мой внук, говорит, не весь. Да, Ваня это был пароль, я помню. Да. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо, потому что невозможно. Это не то слово. Не то, что жить так, дышать. Что значит, нема воды, ну принесут воды. Ну, можно мыть эту морду чуть-чуть, простите. Руки, а уже так. Если человек там творит что-то, ну, таки будет, в основном старик. А это уже ваша вторая война? Ну, то в ту войну мне было закончилась война, было мне всего на 49-45-6 лет. Это немало. Вы 39-го? У меня мама 38-го. 16 мая. Мама помнила войну. 16 мая. Мне сейчас войну я кое-что помню. Когда немец зашел в наш дом, а был портрет со моего дедушки на войне, который убили. Кого убили?